Здравствуйте. Меня зовут Ядреева Яна. Я учусь в Якутском технологическом техникуме сервиза имени Юрия Александровича Готовцева. Моя профессия – повар-кондитер. И я хочу опровергнуть глупые стереотипы насчет этой специальности. Большинство думают, что повара и кондитера мало зарабатывают, что если и выучишься на эту профессию, то дальше дешевые забегаловки не пойдешь. Но я опровергну эти стереотипы, ведь профессия повар-кондитер воистину универсальная специальность. Вас научат готовить разные необычные, современные, красивые и очень вкусные изделия как поварского, так и кондитерского типа. Также научат декорировать и красиво подавать, сочетать вкусы и цвета, и многое-многое прочее. И если вникнуть и углубиться в эту специальность, то можно очень далеко пойти. И даже в будущем, открыв свой ресторан или кондитерскую, получать звезды Мишлен. Прославиться и радовать себя, свою семью и окружающий мир своими вкусными блюдами. На этом я закончу свой видеоролик. Надеюсь, я смогла донести до вас суть этого видео. Спасибо за внимание.